привет! В пятницу на радио «Моя Удмуртия» программа «Книжные феи» выйдет в 5 часов вечера. И мы поговорим о всемирном празднике «Дне хорошего настроения». Секретами хорошего настроения с библиотекой людей сегодня поделится наш замечательный друг Максим Пайк. Художник, дизайнер и, конечно же, человек, который делает стены цветными. И не только стены, но и сердца людей. Максим, расскажи, пожалуйста, свой секрет хорошего настроения. Первый секрет – это заниматься только тем, что ты хочешь. Второй секрет – общаться с людьми, которые тебя вдохновляют. И третий секрет – видеть всегда больше. Я думаю, что такое хорошее настроение для меня. Я думаю о том, что первое правило – это когда все живы и здоровы, все твои близкие, друзья, и когда что-то происходит вот интересное. Второе правило – я люблю, чтобы все, что задумывается, оно бы исполнялось. И поэтому я очень радуюсь, когда удается достигнуть поставленной цели. А третье правило – для хорошего настроения я чувствую, что необходимо встать рано, встретить рассвет. Если это будет в походе, если это будет где-нибудь на природе, это будет очень здорово. Ну и если не удается встретить рассвет, то можно просто побродить по лесу, можно просто выйти, молчать, походить. И это тоже я отношу к правилу хорошего настроения. Мое хорошее настроение зависит от принятия участия в разных мероприятиях и улыбки окружающих меня людей. Секрет хорошего своего настроения – это то, что находится вокруг тебя и твои друзья. Если твои друзья сегодня радостные, то и ты вместе с ними радостный. Если со мной происходят какие-то моменты, которые помогают мне по жизни, у меня будет очень хорошее настроение. Мое хорошее настроение зависит от того, какое настроение в моей семье. Если каждый член семьи улыбается, то я тоже буду улыбаться. Во-вторых, мое настроение зависит от того, какое настроение у моих друзей. Надо быть обязательно в прекрасном настроении, жизнерадостным. Главное – жизнь любить. Если жизнь любишь, то и дальше все помогает. Читай, люби, твори! Папа.